Ребят, привет! Рио Линда, Калифорния, 1 мая 2022. Сегодня хочу показать вам шелковицу. Яркий пример того, что не нужно делать поспешные выводы относительно какого-либо плодового дерева в первый год или во второй год даже после посадки. Это дерево здесь растет уже намного дольше. Но в этом году просто поражает своей урожайностью. Хочу, подойду и покажу вам. Просто посмотрите. Насколько огромен урожай. Листвы почти нету. Все ветки просто усыпаны плодами. Сорт неизвестен. Это получается подвой. Привой погиб. Сортовая прививка погибла. Это подвой. Вот видите, такой у него разрезной сорт, разрезной лист у этого сорта. Как, типа как у инжира. Ну, вот сравнение. Everbearing Illinois. Вот видите, вот такой. Так выглядит по-другому абсолютно. И вот посмотрите, сколько здесь плодов. Но еще интересно особенно, что кроме того, что плодов много, они поменяли по сравнению с предыдущими годами и величину. То есть ягода стала намного крупнее. Я сейчас найду уже поспевающие. Ну вот примерно. Еще нет, здесь нет спелых. Ну вот примерно здесь вот видите уже поспевают. То есть стала крупнее ягода. В прошлые года она была мелкая. Приятно на вкус, но мелкая. Ну и урожай, как еще раз повторюсь, урожай вообще просто гигантский. Дерево практически не обрезалось здесь. Только лишние ветки обрезались. Но я имею в виду не подрезались в основном концевые ветки. Ну, то есть вот нарост был, как бы так оно и растет. Потому что я, в принципе, планирую его полностью привить на него сортовые растения. Что я, в принципе, и делаю. Вот это одна прививочка, видите. Но уже видя такое дело, то я уже, думаю, оставлю одну из веток этого дерева. Вот такая красота, ребят. Все, thank you for watching.